Продолжаем программу. Этим летом прямое железнодорожное сообщение свяжет Сыктывкар и столицу Поморья, для чего маршрут поезда Архангельск-Котлас продлят до Микуни. Из Архангельска беспересадочные вагоны будут отправляться по пятницам с 7 июля по 8 сентября, в обратном направлении по воскресеньям с 9 июля по 10 сентября. Для обеспечения перевозок маршрут Архангельск-Котлас-Южный продлевается до Микуни. В связи с этим назначен поезд номер 571-572. В эти даты поезд номер 371-372 Архангельск-Котлас курсировать не будет. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО РЖД, в мобильном приложении РЖД пассажирам и в билетных кассах.